завершение нашей экспедиции привело нас на, я бы так сказал, не на место старта, а на то место, откуда мы выезжали, и где нам Саня помогал вернуть назад поломанные суппорта у Сани на колесе и поставить туда колодки, которые стерлись. Так вот, теперь на моем патруле нужно сделать немного другую операцию. У меня на моих педлоках лопнули болты. Сначала оторвался один болт, потом второй болт, и колесо спустило. Поэтому сейчас я вам все покажу и расскажу. Ну, сейчас мы это колесо снимем. Получается, лопнули болты, которые держат пластину, которая прижимает саму резину на подложку. Их нужно отсюда высверлить. Если получится не высверливать, маленьким сверлом крутиться, вбить туда что-то и его назад выкрутить. Все. Оно сквозное может выйти туда, может сюда. Ну, чтобы не рассверливать, не убивать их. Отметить на резине, возьмите мелок, где оно стояло у нас здесь. Это мы все сейчас делаем. Да. Все. Сейчас просто скинуть колесо, отпустить это все. Короче, вот такие вот у нас приключения, вы видите. Нас все равно вернуло сюда назад в сани. Катались, и мы катались, и приехали сюда. Для тех людей, которые немного не в курсе нашего всего движения, я подойду ближе, чтобы микрофону было слышно. У нас у джиперов, так же, как и у байкеров, не знаю, у мотоциклистов, есть такое, я бы так сказал, братство. Любой владелец вот такого вот боевого внедорожника бескорыстно, без каких-либо там, не знаю, побуждений, поможет вам, если вы будете реально нуждаться в какой-то помощи. Точно так же вот мой товарищ Саша, к которому мы приезжаем и звоним: Сань, там праздник был. Ну, прикиньте, вот когда мы ехали сюда, у людей был выходной день, и они собирались ехать на шашлыки. Саня все бросил, приехал сюда на работу и нам помог с колодками на Санином патруле. Сейчас я возвращаюсь назад, у меня лопнуло два болта. Саня с радостью нам в этом во всем помогает. Поэтому вот что значит джиперовское братство. Так что присоединяйтесь, и мы рады будем вас видеть в нашем движении. Вот. Приходится вот так вот спасать. У нас оборвало две. Вот одна, вторая. И в момент выкручивания, видите, лопнул и третий еще болт. Поэтому сейчас просто сваркой их попытаемся выкрутить оттуда. Если нету, придется высверливать. Ну и сквозную дырку чуть рассверлить и через гайку, через низ его прижать, эту пластину. Ну, как я уже говорил, что без мелких приключений у нас не бывает. Ну, так веселее даже. Поэтому еще раз вот говорю, Саня опять нас спасает. Вы видите, что значит джиперовское братство, без которого, ну, было бы немного сложнее. Но я думаю, мы бы это тоже победили. Но намного геморнее это нам бы стоило, и мы потратили бы уйму кучу времени, пока оттуда бы повыкручивали эти болты. Запасные у нас болты маленькие есть, но мы решили сейчас и поменяем их все. Поскольку они тянутся, мы специально брали, видите, твердость их 8,8, для того, чтобы они вообще не лопались. Но смотрите на сам болт, вот видите, он и так уже его повело, немного потянуло. Вот видите, как его искривило. Большую твердость сюда ставить нельзя, потому что он будет вообще лопаться. При попадании колеса в яму вся нагрузка, к примеру, с той стороны бедлока получается. Ну вот у нас, к примеру, само кольцо. Вы видите его, как изогнуло. Потому что это самодельный бедлок. Если бы был бы, ну, оригинальный или немножко по-другому сделать. Вот сейчас бы я бы уже бедлоги сделал по-другому. Я бы сюда бы вложил еще пластину, которая бы стояла бы между каждым болтом. Уменьшала бы нагрузку сюда на болты, а лучше прижимала бы саму резину. Вот что у нас получается. У нас, если колесо ударяется где-то возле болта в какую-то яму, большая нагрузка попадает вот сюда, вот, и у нас болты просто-напросто не выдерживают и лопаются. Вот и проблема этих самодельных бедлоков. Вот, видите, приварились ребята к самому болту, просто гаечку наварили. И вот так вот оттуда вода. Ну, вот можно будет заснять, вот она есть оторвана, так вот ложится, да, сверху, да. Заваривается. И вот я же говорю, насколько упрощает жизнь, да, когда есть кому можно заехать и тебе помогут. Сейчас мы этот момент заснимем. Делают вот такую вот, я бы сказал,
соплю, потом надеваю туда гайку, обвариваю и спокойно выкручиваю. Дай мне. Выравниваем кольцо от батока. Что ж это будешь? Мне удлинитель и головку. А? Так давай тебе твое вперед на крышу. Моими стяжками прицепим и вези его себе чинить. Нахера твое мне чесовать? Я еще ночевать буду, я сегодня не еду на Киев. Твое сюда и с моими стяжками. А ты мне потом привезешь мою запаску и мы идем. Мое наверх стяжками ты имеешь в виду сюда? Вот поехать? Так как мое прицеплено. Два. Мы его подтянем, и оно здесь доедет ее. Ну, в крайнем случае могу. Нет, он ты, на ее не снимешь. Не. Вот с самого низа туда идет, чтобы она просто не поломалась. Поэтому сейчас посмотрим, или мы его туда. Короче, наши давай приключения на этом не заканчиваются. Ну, то есть не левое колесо, и то по правому. Вы видите, вот эти вот болты, которые крепят пластину бедлока, ну блин, это просто какая-то жесть. Катюк, держи, пожалуйста. Он под клинишей не идет. Короче, вот так вот мы едем за тобой. Да вряд ли он на ручнике. Да, на ручнике. Это тебе одной стяжки достаточно? Для чего? Да. Ну, сзади пойдем. А я? Да. А теперь сюда. Чип. Лови колесо. Аккуратно, то сейчас оно будет где-то на трассе там. Там двойка, оно быстро покатится. Сейчас будет прыгать. Саня, ты не поверишь, я такой задрот, я даже нашел двухсторонний. У нас ребята едут с квадриками. Стало. Берем раз, два, три. Я
цели. На ту сторону я понимаю, что порвало. Ты съел два яйца, все по одному, а ты два. Ну так съел. Два. Блин, эту. Не знаю. Слышишь, Виталь, если еще, не дай бог, как одно из передних, и ты ту запаску поставишь. Сплюнь. Подожди, а у вас еще две запаски, да? То есть у нас две запаски, нормально. Это 35-я, да? Это по сути... Это вы же понимаете, что если что, вы мне запаску отправляете. Я остаюсь без запаски. Не, так на неделю поедешь и ставить раз, он проедешь. Ага. Заедешь там. Поменяли колесо за 4 минуты 35 секунд. Мы антенну, чтобы не поломать, нам пришлось ее поднять, вы видите. Теперь маршрут, что мы будем общаться с космосом, понимаете? А выше у нас на связи будут и инопланетяне, и все остальные. Вот это вот. Так, ладно. Не будем пока сильно поднимать. Не знаю, на одну ли захватит. А теперь все девочки выходим с машины и запихиваем колесо. Так взяли, и вот сюда, там Виталик подтянет. Мне экспириенс по закидыванию. Я же говорю, в Карпатах свой трепадор сам. Чтоб лучше ловила. Спортивная машина. Да. Давай теперь мы ее как-то... А ну, нас, Аня, ты любитель вот это завязывать. А может, через низ? Надо, просто вот через это будет держаться. Ты уверен? Конечно, ты сейчас затянешь и все. Я бы его через низ протянул бы еще. О, я вот его протягиваю обычно вот так, через одну и через вторую через. Давай мы сюда его вовнутрь. Заклык. Теперь ты там делаешь. Не, не вовнутрь даже не надо, Вет. Вот с той стороны так же продеваешь. Давай. Ну, я держи, знаю, я сейчас залезу. Заклык не знаю. Так же заклык перекидываешь, главное, чтобы длины хватало. Кроссову через. Что, та длинная вот стяжка. Еще. Давай двери да тебе, вот брось. Еще подтягивай. Но оно... Сырово. 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 А то и так подтягивай. Сейчас. Что не что-то? Это полное, максимум вытащи. Да. Ну вот так все. Дальше уже нет. А не, за этим не. Давай шакл. Где у тебя есть шакл? Ну, здесь сейчас шакл, эту сторону за шакл. Тут тоже и затянули. Два понятно. Шакла надо. Попадаем в дверях шакл у меня висит. На коротенькой, на маленькой двери. Это шакл.
Это моется. А может и писька. О, вы хотели нормальное видео про софтшак? Сейчас. Сейчас запилим. Улетая запас. А там типа оно вот так держится, хорошо держится? Вот там то, что за колесо зашло. Ну да, если ты его затянешь, будет хорошо. Вот. Серьезно, давай вот попробуем отсюда всунуть, а там закрутим. Я просто так реально буду держать. Пускай. Давай, я кручу с ним. Мне ж удобнее отсюда сверху. Да. Тарахтеть будет всю дорогу? Нет, ты ж не тянешь. Бэдлоки, бэдлоки. Конечно, по оффроуду бэдлоки решают, да? Но на обычной дороге они только и ломаются. Это жесть. Сейчас я переверну вот в такую сторону. Теперь натягиваю. Вот что оно происходит у нас. Вот видите, вот так вот мы вешаем назад колесо. Тут заклык, тут заклык. Там натянулось хорошо по шагу? Еще давай. Можно еще натянуть. Я просто... Лететь не будем. Все, оно тут резиновое. Я думаю, что вряд ли оно... Никуда не денется. Все, огонь.